В областном центре пройдет конкурс «Меценат года» города Магадана по итогам 2020 года. На заседании Координационного совета общественных организаций обсудили цели, задачи и реализацию этого мероприятия. Как отмечают организаторы, проводят конкурс, чтобы популяризировать и развить благотворительную деятельность в столице Колымы. Кроме того, нужно поощрить магаданцев, которые занимались меценатством в прошлом году. Так тоже может принять участие в конкурсе. Участие в конкурсе могут принять юридические и физические лица, оказавшие в течение 2020 года благотворительную помощь некоммерческим организациям, реализующие общественные значимые проекты программы, а также лица, оказавшие поддержку социально незащищенным категориям населения и принявшие участие в решении экономических, экологических и других социально значимых проблем города. На конкурсной комиссии в качестве инструментов финансирования рассматриваются благотворительные взносы или иные отчисления, партнерское или полное финансирование проектов социального характера, безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг, а также предоставление собственных ресурсов на бесплатное пользование. Это оргтехника, эфирное время, помещение, транспорт. Заявки на участие в конкурсе принимают с 1 марта по 24 мая 2021 года в Управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана, а также на адрес электронной почты osa49@yandex.ru. Рассмотрят заявки члены конкурсной комиссии в течение 10 дней с момента окончания приема. Публикации, существенные, которые...